Водитель и артист. Последняя роль. Конечно, характерно для людей, что испокон веков нечистый лист уж было в тренде. Гений и злодей. Теперь еще водитель и артист. Когда игра в финале в морге сам Станиславский не в восторге. Сыграл он роль последнюю так рьяно, ну просто мавр. Хоть как огонь игрист, как можно так на сцену выйти пьяным, с дурманом наркотическим? Артист, то это верю и не верю, он мэтр сцены, бравый лис, он здравый господин, и слышим снова: товарищ бис, товарищ бис и супер мастер слова. Шекспира быть или не быть, в который раз трагедия заточена. В крови водитель, ему нечем крыть, и роль его безвременно закончена, без продолжения у жизни свода. Лишь где-то там, с далекого восхода, послышалось от нового истока, где смерти вопреки и правде вопреки от Бога. Как будто крикнул кто-то от возмущения весь. Ему там быть, показывая в небеса, он роль свою сыграл по полной здесь. А дальше лишь глаза в глаза, им бы плакать, а по правде выть, и слезы, слезы ручьем соленые, родные. Ему там быть. Уже кричала с тротуара вече, почти на сцену, почти весь вечер. Почти за роль раздавленная повесть судьбы земной, тепла, любви, оборванной в цветении. И детский крик, и женский стон немой на этом свете. Звук исчез. Бегом все океаны, все моря и реки, и все актеры, человеки. Исчезло все навеки.
для него. Ему кричали быть за пеленой экрана, где миллионы глаз раздули возмущение. Кто за, кто против, а кто-то и без ора рукой махнул. Все будет так, как будет. И он опять в угаре на сцену выйдет скоро. Ведь это лишь игра. Тут можно все плясать и петь. А Станиславский, видя трагизм такой, дает команду: музыканты, медь! И вот с небес во все колокола до крика и до боли, буквально всему свету, доколе все, доколе ослышится карету мне, карету. Овации актеру, он мавр, нет, Гамлет, он весь горит, такой на это спрос. А как он говорит всем, быть или не быть, уже не вопрос, он все решил. Но за игру такую, что до крови, он гений или злодей? А может, деятель искусства, высокого искусства, уж поверьте, искусство на колесах смерти верной, что сцену смяли, и обломки жизни летят себе, как щепки по вселенной. О том мечтал ли Щепкин и Станиславский, где здравый смысл, скажите? Вы, люди, зрители событий, вы, мира сильные, всего на сцене или без нее, и ваши доблестные сваты, да прокуроры, судьи, адвокаты, откройте истинную ложь. Она летит, как конь, кому по жизни бронь, и на кого табу не тронь, их всех по списку, от князя до княжны, мы пока еще не цифры, знать должны. Спектакль окончен. Как всегда, сменились темы, и зрителям его давно забыть пора. И что им до актеров, господа, водителей, у них свои проблемы, свои герои и акты до утра. Ах, акты! И даже в них театр иногда, а, впрочем, чаще, чаще. Так мир устроен, он мне не приснился. Спектакль окончен. Занавес закрылся, и без идеи все гении ушли в один кабак, в другой ушли злодеи, все судьбами играя, дай бог, не убивая. Ах, сколько им еще играть? Какая разница бармену, кому за деньги совесть
продавать. За кулисы актер. А судьи кто? А судьи кто? Ответ повис. Остался выход лишь на бис. И отвечать мне одному за все, без марафету. Теперь жить буду на дому. Карету мне. Карету. I'm gonna go get some more.